Приговором Ртищевского районного суда Саратовской области житель региона признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных пунктом Г части 4 статьи 228 прим. 1 и частью 1 статьи 222 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 10 лет и 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В июле 2022 года у ФСБ России по Саратовской области совместно с ГУМВД России по Саратовской области выявлена и пресечена деятельность подпольной нарколаборатории на территории региона. В результате грамотно спланированных и реализованных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ФСБ на территории частного домовладения в городе Ртищево Саратовской области изъяты специальное лабораторное оборудование, прекурсоры и реагенты, используемые в производстве синтетических наркотических средств. Оперативниками задержан гражданин 1972 года рождения, подозреваемый в организации и функционировании нарколаборатории. При обыске у него обнаружены наркосодержащие и наркотические вещества в крупном размере. Следственным отделом УФСБ России по Саратовской области в отношении указанного лица возбуждено и расследовано уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом Г части 4 статьи 228 прим. 1 Уголовного кодекса России. Незаконное производство, сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере.